Приглашаю вас в путешествие. Едем в Сиэтл, решили полюбоваться цветущими сакурами, а заодно и развеяться, и немножко улучшить настроение, которое в последние дни в связи с последними событиями было, конечно, не очень веселое. Сиэтл очень разный, центральная часть, конечно, более привлекательная, а мы едем по боковым улочкам для того, чтобы избежать плохого трафика, чтобы не попасть в заторы, потому что Сиэтл, в Сиэтле у улицы узкие, он не может расстроиться в связи с тем, что зажат между океаном и горами, и поэтому едем вот по такому пути. А наверху проходит хайвей, хайвей 5, это дорога, которая пересекает всю страну из Мексики в Канаду. Дорога, которая проложена параллельно линии Тихоокеанского побережья, очень загруженная, потому что здесь не так уж много и дорог, ведущих с юга на север, в связи с тем, что все они идут параллельно океану с одной стороны и ограничены высокими горами с другой стороны. А что делают путешественники? Правильно, они голодные и хотят где-то поесть. Вот мы приехали к рыбному ресторану. Здесь вот так все красиво, индейские тотемы стоят, наверху хайвей 5, который шумит, страшное дело как. Но, наверное, желающим поесть ничего не может помешать, потому что там даже есть столики на открытой веранде на берегу. Lake Union – это озеро, которое находится в центре Сиэтла. А вот мы заходим в ресторан. Мы предпочли сидеть внутри, тем более, что здесь такой чудесный вид на озеро и на Space Needle. Башня, которая находится в центре Сиэтла, и достопримечательность Сиэтла. Денек был довольно прохладный, хотя и солнечный. Мы сидим на солнечном месте, расслабляемся, ждем, когда нам принесут наш заказ, голодные. В ресторане немного людей, поэтому есть возможность посидеть, поразговаривать, полюбоваться этими видами Сиэтла, Space Needle, водой озера Union. Отсюда открывается хороший вид на даунтаун Сиэтла. В выходной очень много людей, которые предпочитают провести время на воде, если у них есть яхты, катера, каноэ. А сегодня чудесный день, и так что есть прекрасная возможность провести целый день на воде. И вдоль берега озера Union построено очень много пирсов, доков. Видно, сколько здесь катеров, яхт. Люди предпочитают проводить время на воде. Рыбный ресторанчик очень колоритный, в таком старинном стиле, как бы это трюм яхты. А мы уже заказали горячительного, надо же было согреться. Это маргарита, которую здесь называют айварита. Ну, такая специфика ресторана. И с вкусной айваритой в руках время проходит веселее. Смотрим, как проплывают мимо яхты, на красивые солнечные блики от воды озера. И в такие минуты забываешь о всем плохом, и хочется, чтобы во всем мире было прекрасное, чудесное выходные. Ну, а пока мы ждали, нам принесли еду, мы были такие голодные, что мы съели первое блюдо, я даже не сняла, но зато я не забыла снять, когда нам принесли основную еду. Это, конечно, рыба, картошка, аспарагус, все было очень вкусно. И любуемся, как собака гуляет, стоит на самой корме быстро движущегося катера, смелая, наверное, всю жизнь провела там. Вот такие картинки жизни можно здесь увидеть. Здесь очень популярное развлечение, особенно в выходные дни, это испытать свои силы, проплыть на каяках, на байдарках, на каноэ. Провести целый день на свежем воздухе, а воздух здесь чудесный. Ну, набраться сил, здоровья, хорошего настроения и испытать свои силы. Конечно же, это отличное времяпровождение. Я всегда посматриваю на них немножко с завистью, это уже немного не для меня. Я выпала из этой лиги каякеров, байдарочников, но представляю, как это здорово. Особенно в такой чудесный день. А здесь, в ресторане, вот он какой мишка с рыбой. Это видно из каких-то давних времен. А вот и собака возвращается. Все, уже она стоит не на корме, а где-то стоит с хозяином, наверное, ждет угощение. А мы уже закончили свое угощение, наелись.
напились, в хорошем настроении, налюбовались этими видами. Пора и чай знать, уезжаем. Вот он, Сиэтл виден. Сейчас мы проедем через весь Сиэтл. Мы немного на севере по отношению к самому даунтауну. Объезжаем Лейк Юнион, озеро Юнион. Мы были на берегу этого озера в ресторане. И сейчас двигаемся на юг, в сторону нашего дома. Сегодня такое красивое небо с такими маленькими облачками серебристыми. И у вас есть небольшая возможность полюбоваться Сиэтлом. Мы сейчас проезжаем вдоль берега, въезжаем в даунтаун. Ну, на самом деле, как любая трасса, которая проходит через город, она не очень красивая, но представление о Сиэтле у вас появится. Сейчас мы едем по хайвею 5, пятерке, по пятой трассе, которая проходит через весь континент с юга на север. Но мы двигаемся с севера на юг. Часть пути проходит в тоннелях. Ну и правильно, спрятали эту трассу от города немножко под землю, чтобы было поменьше шума и поменьше загрязнения. Вот двигаемся в таком плотном потоке машин, уже машин больше и больше. Ну все, вырвались на свободу, проехали даунтаун. Впереди еще минут 30 и будем дома. И всем спасибо, что вы провели время с нами, были в этом маленьком путешествии. Всем хорошего настроения и хороших выходных!